Руководство финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia сообщило во вторник о планах сократить штат в ближайшие несколько лет. В результате запланированной реструктуризации число сотрудников должно сократиться с 90 тысяч до 80-85 тысяч, говорится в заявлении компании. Точные цифры будут зависеть от тенденции на рынке в следующие 2 года. Планы по сокращению связаны с намерением Nokia снизить расходы на 600 миллионов евро к концу 2023 года. Как пояснил Пекка Лундмарк, генеральный директор Nokia, компания делает ставку на то, чтобы выиграть как можно больше тендеров по развитию технологий 5G, и в связи с этим намерена повышать качество продукции, быть конкурентоспособной по стоимости, инвестировать в развитие профессиональных навыков нашего персонала. Ранее компания неоднократно сокращала персонал как в Финляндии, так и за рубежом для поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, подчеркивают аналитики. При этом Франция, где Nokia сократила несколько тысяч рабочих мест в прошлом году, из плана исключена.